только что тут произошло, прошла 20 недель случай возникновения пожара. То есть был очаг, имитированный очаг. Сперва была отработка действий обслуживающего персонала по эвакуации людей и их эвакуации. Дальше работа пожарных подразделений городского подглашения. Не менее чем раз в три месяца мы проводим такие мероприятия. Это уже очередное у нас, если я не ошибаюсь, в этом году это уже третье мероприятие.